Всем доброго времени суток. Сегодня решил посетить свой любимый Амуток в утренние часы. Рыбалка получилась достаточно трудовая. Окунь какой-то неактивный. Ветер с утра. Тут солнышко только-только выглянуло. Один окунь был пойман на силикон аверс. А остальное все, что было поймано на силикон от Crazy Fish. Почему работал сегодня именно он, сказать не могу, но работал вот именно почему-то он. В основном это у нас был, значит, Crawl Leech срабатывал. Ну, приходилось маленький кусочек отщипывать для того, чтобы поклевки реализовать, потому что за кончики прихватывает, за хвостики, и так сегодня полдня катается на хвостах окунь. И были поклевки на наноминоу. По снастям у нас сегодня спиннинг Fario Morm NT-S, который до 2 грамм. Катушка Shimano Saare 2000 BB. Лесочка 0,10. И мормышки, скажем так, в ассортименте. Сегодня оторвал уже штуки 4 мормышки. Хорошее местечко. Берет там окунь, вот он там крутится около этих коряг, ну и мормышки там постоянно отрывают. Поклевочка была прям на падение, ну что-то и все, и бросил. Мошиелец. Опа, эх, что-то кушарик какой-то уже второй сходит, мелкий, что-то вообще еле живые. Ага, смотри что, а. Третья поклевка, третий сход. Мотыля поставить. Или это ельцы балдеют там? Прихватывает, а? Не хочет. Прихватывает, жует, поджевывает. На Crawl Leech Crazy Fish пробую. Чтоб прохладно как-то. Ага, так, щучка что ли? Щучка. Эх ты, срезала, блин. Щучка была. Ну, ё-моё. Ладно, перевязываемся. Срезал мормышку, подлый щуканчик. Ну, может, сейчас щучка уйдет, может, окунёк активизируется.
Кого-то зацепили. Это у нас окунёк. Окунёк у нас клюнул на силикончик аверс. Здрасте. Да. Первый. Щучка сейчас срезала одна. Щучка? Ладно, пойду там. Ты один? Ну, один, ну. Когда там свободно, пойду сяду. На поплывок попробую. Эх ты. Сбежал. Не дал заживать. Ставим мотыля от Беркли. Посмотрим. Даже на мотыля не хочет. Щук приплыл. Ставим опять кроллича. Что-то молчит рыб подлый. Хочет клевать. Сейчас может мормышечку светлую поставить. Сейчас попробуем. Надо что-то делать. Ага. Эх ты, блин. Стукнет, бросит, стукнет, бросит. Ну-ка поменьше поставим. Попробуем, что-то его смущает. Стукнет и бросает. Прихватит за хвостик, опять бросает. Крутится рыбка, а? Что-то какая-то вообще. Опять сошел, да что за нафиг, а?
Сегодня одни сходы. На хвосте прокатится и все. Так, пойду-ка там попробую закину. Может, окунек сюда переплыл. Ага. Жует, что ли? Жует, жует, жует. Заживал. Кто? Окунь кто? Этот хоть полосатенький. Более-менее. Столбом. Где рыб-то весь? Клюнул окушарик. Так, стой, 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 стой. Еще окунек. Такой побитый весь. Такой приятненький уже. Он почесал. Плыви, плыви отсюда. Здесь он весь стоит. Уже два окунька тут поймал. Ага. Стукнул. Ага. Догнал. О, супер окунь. Стукнул раз, потом еще раз и догнал. И солнышко выглянуло. Еще кого-то изловили. Еще супер окунь. Я что-то... Мелочь пузатый стал клевать. Туда нормальный окунь делся. Поставим-ка мы наноминоу. О, только наноминошку поставил, сразу у меня кто-то клюнул. Ш-
щук, что ли? Опа! Во, блин! О, кто-то кушал его как. Только на ножку поставил, сразу окунек у меня клюнул. Надо его сфотать. Такой, ничего, значит, он стоит здесь. На минул на мормышке, сработал. Наноминоу сработал. И снова у нас акушарик, но этот помельче. О, беги. Ага. Эх ты. Может, догонит? На хвостике сидит. Такое ощущение, как за травку зацепляется. А это не травка, это рыб там, гад. Зацеп.